Приготовление масла Фиталон. Это еще одно оригинальное масло, имеющее в своем составе хлорофилл из ламинарии и одно из медицинских масел первого отжима – оливковое либо персиковое масло. Комплекс хлорофилла из ламинарии содержит большое количество различных активных компонентов и используется там, где при поражении слизистой имеется инфекционный компонент для восстановления ухода за полостью рта после профессиональных кабинетных манипуляций или на фоне применения различных препаратов. Активные компоненты, входящие в состав масла Фитодент Фиталон, окрашивают основу и придают светло-зеленый приятный цвет за счет хлорофилла. Масляная основа также была выбрана для того, чтобы доставить активные компоненты в труднодоступные места, чтобы продукт имел свойство текучести и сохранялся на слизистой длительно, раскрывая все свои биологические эффекты. Фасовка масла происходит во флаконы 25 мл темного стекла во избежание изменений свойств масляной основы, старения, прогорания, окисления. Срок годности масляных растворов намного меньше, это всего лишь 12 месяцев, что обусловлено особенностями масляной основы медицинских масел первого холодного жима. Масло Фиталон также комплектуется пипеткой для того, чтобы его было удобно наносить в труднодоступные участки. Оно быстро успокаивает слизистую, имеет антисептический эффект, быстро снимает раздражение и восстанавливает состояние питания, трофику слизистой оболочки полости рта. Масло не содержит отдушек, красителей или консервантов. Пипетка для нанесения используется как раз для доставки в труднодоступные места. И объем 25 мл также удобно брать с собой. Масло имеет нейтральный вкус, светло-зеленый цвет и характерный запах ламинарии. Оба масляных раствора окрашивают кожу и одежду, поэтому нужно это учитывать при применении. Масло Фиталон давно используется в лор-практике и показало свою эффективность при различных поражениях, имеющих инфекционный компонент в составе. Оно снимает раздражение, покраснение, устраняет сухость и шелушение слизистой полости рта, а также лор-органов и верхних дыхательных путей. Срок годности масла всего 12 месяцев. И мягкий эффект, успокаивающий, увлажняющий слизистые, сохраняющий влагу, безусловно, не оставит без внимания пользователя. Масло Фиталон также имеет высокие свойства текучести, поэтому может доставляться в труднодоступные места за счет масляной основы. Приготовление ополаскивателя Фитодент. Это водный раствор активных компонентов. В его состав входят медные производные хлорофилла, экстракт коры осины, водная основа, поливинилпиролидон и ароматизатор натуральный мятный. Данная комбинация без использования спирта, антисептиков позволяет применять его без ограничений, использовать в ирригатор, а также делать ротовые ванночки. Водная основа удобна для применения и не имеет ограничений как у взрослых, так и у подростков. Поскольку ополаскиватель для полости рта, по сути, является наружным средством нанесения, он не всасывается, не глотается, и компоненты действуют поверхностно активно,
Он может применяться достаточно часто в течение дня, то есть иметь высокую кратность приема, и применяться без ограничений на постоянной основе, как ополаскиватель для полости рта, дезодорирующее, очищающее средство, нормализующее состояние. В отдельных случаях люди используют варигатор, чистый ополаскиватель или при более длительных ротовых ваннах. Натуральный мятный ароматизатор также отлично дезодорирует и придает приятный вкус и запах ополаскивателю Фитодент. При смешивании компонентов образуется прозрачная жидкость светло-зеленого цвета. При воздействии прямых солнечных лучей ополаскиватель обесцвечивается, а при более длительном воздействии солнечных лучей также имеет осадок окисленного хлорофилла. Поэтому рекомендовано хранить с защитой от воздействия прямых солнечных лучей. Объем ополаскивателя, выпускаемого для применения, составляет 250 мл во флаконе или большая упаковка 5 литров. Также вы можете совершенно бесплатно у представителя продукции запросить пробник ополаскивателя, который не предназначен для продажи, объемом 30 мл. Ополаскиватель Фитодент достаточно широко применяется в стоматологической практике на сегодня как эффективное профилактическое средство при купировании различных состояний после стоматологических манипуляций, ну а также на приеме для того, чтобы дезодорировать полость рта, очистить или как просто полоскание в рамках стоматологического приема. Он не содержит ни спирта, ни антисептиков, готов к применению, не требует разведения, но в отдельных случаях разводится, например, для ирригации полости рта. В состав также входит поверхностное активное вещество, это хлорамидопропилбетаин, способствует образованию пены при наливании или разведении ополаскивателя, а также при ирригации, что повышает его очищающие свойства. А комплекс активных компонентов действует мультинаправленно и способствует улучшению состояния десны и слизистой. Продукция защищена патентом РФ, прошла клиническое и токсикологическое тестирование. Срок годности ополаскивателя составляет 24 месяца. И кроме активности компонентов, входящих в состав, интересное свойство – это образование пены. Поэтому в случае ирригации очищение поверхности зубов, а также десны и слизистой происходит практически чистой пеной, а не жидкостью, что повышает активность ополаскивателя и его очищающие свойства, и, соответственно, эффект от применения.